Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сегодня мы увеличили систему солнечной зарядки. Видите, одна панель, вторая панель, а третья сбоку, с торца. Освещается она лампой светодиодной, которая отрегулирована на бестопливное потребление нулевое. То есть три панели 20, 20 и 30. В дальнейшем будем и большую делать, надо ящик побольше, то есть соединять все полностью. В один ящик одна лампочка будет все освещать. Вот, как видите, идет зарядка. Значит, три соединили параллельно и заряжаем аккумуляторы, четыре штуки. Вот уже 2,95. Сейчас будет. Сейчас будет 2,97. Уже 2,97, ну и дальше пойдет. Как видите, зарядка идет довольно резво. Ток не сматывается от лампочки. То есть бесплатная зарядка солнечная, как бы бесплатная зарядка от трех панелей. Работает 24 часа в сутки. Вот сейчас на улице дождь, а оно работает и будет работать. Сейчас схему. Значит, схема у нас короб из пенопласта. Вот тут вот панель одна стоит с торца, а тут вот две. Раз, два. Солнечные. То есть три панели, 20, 20, а это 30.
далее. Вот тут стоит лампочка, вот здесь примерно. Одна лампочка, 15 ватт. Ток она не сматывает, как я вчера говорил, светодиодно не сматывает. Отрегулирована, подключена в сеть. И вот идут провода с трех панелей. Скованы в одну цепь, то есть параллельно. А от них мы поставили заряжаться аккумуляторы. Четыре аккумулятора. Каждый по 9,9 ампер часа, по 9,9 ампер часа, то есть, а напряжение 3, то есть каждый по 30, то есть 120 ватт. То есть бестопливная зарядка от солнечных панелей 120 ватт, работает круглые сутки, ток не потребляет, заряжает аккумуляторы. Благодарю за внимание, всем удачи и стального здоровья.